Сутеев, капризная кошка. Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что это ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь». «А что я там буду делать?» «Будешь печку топить, кашу варить». И девочка нарисовала, как из трубы домика идет дым. «А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко». «Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре», — сказала девочка. И нарисовала четыре окна. «А где я буду гулять?» «Вот тут». Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», — сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет». «Подожди», — сказала девочка. «Вот тебе клумба с цветами. Вот яблоня с яблоками. А здесь огород. Тут морковка растет и капуста растет». «Капуста?» — поморщилась кошка. «А где я буду рыбку ловить?» «Вот здесь». И девочка нарисовала пруд, а в пруду рыбок. «Это хорошо». «А птички будут?» — спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек». «Будут. Вот тебе курочка, вот петушок, вот гусь, а вот и три цыпленка». Тут кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо спросила. «Ну, а мышки там будут? В домике?» «Нет, мышей не будет. А кто будет мой домик сторожить?» «Его будут сторожить...» Девочка нарисовала будку. «Будут сторожить вот этот бобик». Кошка даже хвост дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом встала. «Не нравится мне твой домик», — сказала кошка. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка.